Ну а прямо сейчас я с удовольствием открываю программу «Здравствуйте, доктор». И сегодня в гостях в программе доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Ирина возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института 445 Кингскайвей, телефон 718-645-2201. 718-645-2201. Запишите этот номер и приходите проверить свои глаза. Адрес в интернете www.nyglaucoma.com. Программу сегодня мы построим как обычно. Первые 10 минут мы будем говорить о новейших и интересных случаях, которые произошли у доктора в офисе или вообще в жизни, связанные, естественно, с офтальмологией, с глазами. Ну а следующие 10 минут, друзья, вы сможете задать вопросы доктору, и если вы захотите поучаствовать в этом деле, то я уверен, что вам это повезет сделать. Итак, здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Миша, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас произошел такой длинный перерыв в нашем общении, это было связано с тем, что я была на конференции. Вот, и конференция была как раз по поводу глаукомы, проходила она в нашем любимом городе Нью-Йорке, и буквально я хочу сказать пару слов, потому что тот знаменитый звонок, когда человек спрашивал, ну что же нового происходит в науке, как раз у меня есть, ну, такое многообещающее сообщение, что да, действительно, что-то происходит в нашей науке, и ведутся очень глубокие исследования на тему, каким образом сохранить зрительный нерв, каким образом восстановить зрительный нерв. Это идет на уровне не только стволовых клеток, но и на уровне генетики, генной инженерии. Правильно я говорю, да? Да. Вот. В принципе, очень много идет всяких интересных разработок, но, опять же, все это дело не однодневное. Это занимает много времени, прежде чем что-то получается у ученых, а потом еще нужно, чтобы FDA, наша очень такая серьезная организация, разрешила этим пользоваться. Поэтому вот буквально несколько дней назад у меня пациент спрашивал в офисе, не наш, не русскоговорящий пациент, вот, ну а как же, вот они же вот говорят, наверное, уже через года 2-3, да, ну, конечно же, не через года 2-3. Любое лекарство, которое проходит стадию апробации, а потом разрешение, занимает несколько лет. А если мы говорим о серьезных таких методах, как стволовые клетки, то это занимает больше времени. Поэтому есть многообещающие исследования, но время. Все занимает время. Вот. А случай из офиса, который... Случай из жизни, я бы так сказал. Случай из жизни, да. Вот о котором мы буквально сейчас поговорили. Да, мы о котором мы буквально сейчас поговорили. Ну, вот самый один из наиболее дорогих людей в моей жизни, как, наверное, для каждого, это моя мама. И моя мама вчера у нее, как сказать, вот русский богатый англичанин. Ну, нет, вчера она уже... у нее вчера была операция по поводу дырочки на сетчатке. Вот, и дело в том, что моя мама достаточно регулярно наблюдается, и была последний раз на приеме у оптометриста полгода назад, когда ей подбирали очки, и у нее было все в порядке, она ни на что не жаловалась. И следующий прием очередной у этого же доктора у нее был полгода спустя. И в этот момент, молодец доктор, я не могу назвать ее фамилию по определенным обстоятельствам. По нашим правилам. Да, по нашим правилам, но... молодец, абсолютно, она ее совершенно правильно диагностировала и направила к соответствующему доктору. Но вы понимаете, в чем дело? Вот наши дорогие взрослые молодые люди, не бойтесь озадачить нас, ваших детей, своими проблемами, которые вам кажутся большими или небольшими. Вот, например, вот в случае... Из ответа вытекает мой вопрос, почему она не обратилась к вам? Вот телефонный звонок. «Мама, как дела?» Ага. Все хорошо, все нормально, все. У меня, кажется, дырка какая-то на сетчатке. Мама говорит, дырка на сетчатке. Да, да. Значит, мама, что это за дырка на сетчатке? Начинаются уже дальше вопросы и так далее, понимаете? И когда выясняется, что на самом деле происходит, и ситуация очень серьезная, операция нужна срочная и прочее, прочее. Что значит, не берегите нас, пожалуйста, вы этим нас не сбережете, и не бойтесь нас озадачить, потому что мы, может быть, сможем вам помочь, чтобы было все решено правильно, вовремя. Но тут еще другая мораль, понимаете, вот даже когда человек наблюдается каждые полгода, скажем, она была у этого доктора, молодец, доктор,
умничка. Вот. И понимаете, вот, скажем, моя мама, да, ну, она как бы знает, что есть глазные болезни. Она носит очки, и вот ей стало неудобно. Вот она в этих очках, и ей неудобно. Угу. Почему неудобно, она не понимает, но она считает, а это, наверное, очки не подходят. Вот я пойду, вот через полгода я пойду к доктору, доктор мне подберет новые очки, которые мне будут подходить лучше. При этом она не подумала закрыть один глаз, посмотреть, как второй глаз видит. То есть она смотрит все время двумя глазами. Когда же она пришла к доктору в офис, и зрение мы обычно проверяем каждый глаз отдельно, и когда ей проверяли зрение, и когда она увидела, как она видит своим левым глазом, она очень изумилась и испугалась. Угу. То есть сама она понять не могла, что же ее беспокоит до тех пор, пока она не попала к врачу. Поэтому, если вас что-то беспокоит, не машите рукой, не думайте, что это может быть только очки. Сходите к доктору. Если это только очки, это только очки, и слава богу. Угу. Но если это что-то серьезное, надо меры принимать вовремя, чтобы ожидать хороших результатов. А я хочу сейчас вот какое замечание сделать к тому, что вы рассказали, Ира, поскольку уверен абсолютно, что это, может быть, касается многих из многих вот людей, которые сегодня сидят возле своих радиоприемников. Это чьи-то бабушки и дедушки, или чьи-то мамы и папы, которые находятся уже в возрасте, или, может быть, они находятся на каких-то специальных программах. Детки работают, иногда заняты очень сильно. Америка создает определенный режим жизни, значительно более такой динамичный, а тем более город Нью-Йорк, правильно? Вот. И иной раз, скажем, вот родители наши или наши бабушки и дедушки, они не решаются, вроде им кажется, что не навязываются, или совершенно они, верно. Или они создают дополнительные трудности вместо того, чтобы помочь, они сейчас будут с вами проблемами достать. Вот моя рекомендация, она как раз связана с тем, что всегда легче и проще вовремя от чего-то предохраниться, чем потом лечиться, переживать, дежурить и прочее, 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 прочее. Значит, не мой могут, совет. Не могут наши бабушки, мамы, папы нам быть в обузу. 100%. Так же, как мы никогда не были и не будем обузой для них. И они вот должны, вот, дорогие мои радиослушатели старшего поколения, мы никогда, мы, ваши дети, никогда не были обузой для вас, и вы никогда не будете обузой для нас, для ваших детей. И тем, что вы с нами не делитесь, вы скорее нас обижаете, расстраиваете, чем наоборот. Ира, гениально. Спасибо. Не, ну это, все это, правда, все это, правда. Это, я своих родителей всегда называю партизанами. Вот у них, их надо пытать, чтобы с них что-то выпало. Потому что они видят, насколько мы заняты, действительно, насколько мы устаем, насколько нам тяжело. И они думают, будет нам еще тяжелее. Нет, нам гораздо тяжелее тогда, когда что-то пропущено, что-то запущено, чем помочь вам тогда, когда все еще можно поправить и что-то можно сделать. Кроме этого, всегда хочется быть полезным и в первую очередь своим родителям. Конечно. Ну что ж, вот такая у нас вот с вами такая получилась... задорная тема. Задушевная, да. Я бы сказал, задушевная тема, да. Касающаяся семьи и в первую очередь родителей. Очень важная. Друзья, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с вашими глазами, вы можете позвонить и задать свой вопрос в прямой эфир. В отличие от многих, кто набивает стрелки в офис, доктор Панкова отвечает на вопросы сразу здесь, в прямом эфире, и только лишь в том случае, если, скажем, вы начинаете диктовать какие-то цифры или спрашивать еще, то есть совершенно конкретный нужен ответ, основанный на чужом диагнозе, только тогда доктор Ирина Панкова говорит, знаете, что лучше посмотреть, потому что так это все будет голословно. Напомню, в эфире сегодня вместе со мной доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Ирина возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института 445 Kings Highway. Телефон 718-645-2201, 718-645-2201. На прием лучше записаться. Вот девочки работают на фронт-деск просто как часы. Очень удивительно. И всегда позвонят, и всегда сообщат, и всегда предупредят, всегда перенесут. В общем, они это целая команда, которую создать команду — это большая работа. Да. Я хотела бы сделать одно небольшое замечание. Вы знаете, очень часто бывает так, что после передачи люди звонят в офис и просят, чтобы я перезвонил, чтобы они мне задали какой-то телефон. При всем вопрос, я извиняюсь, при всем моем уважении. Дело в том, что в офисе работа достаточно напряженная, и на общие вопросы отвечать по телефону я не могу. Сказать вам по телефону, придите, я вас посмотрю, тогда я смогу ответить на ваш вопрос, для этого позвонить. Это пожалейте меня просто. У меня просто нету на это времени. Но место есть, я сейчас подскажу, дорогие друзья. Но есть место, правильно. Да, есть. Если вы хотите задать вопрос доктору Панковой, вы можете обратиться к ней через адрес сайта 3D. www.ny,
nyglaucoma.com. nyglaucoma.com. Там есть место, где можно задать вопрос, ответ на который вы, можете услышать в эфире, ну или же он будет ответ напечатан, или ответом будет прямо на сайте. Совершенно у меня огромное количество звонков, все линии заняты, и поэтому я с удовольствием, Ирина, даю возможность нашим радиослушателям задавать свои вопросы. Кто был первым, пожалуйста, вы, по-моему, первым позвонили. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доктор, скажите, пожалуйста, вот у меня макулодистрофия сетчатки. Можно ли что-то с этим сделать сегодня или нет? Сегодня, прямо сейчас? Дело в том, что разные бывают дистрофические изменения на сетчатке. Я так, это надо посмотреть вас. Я не занимаюсь вопросами сетчатки. У нас в офисе есть замечательный доктор, который оперировал мою маму. Вот у меня сегодня пациентка в офисе спросила, потому что я всегда предлагаю несколько докторов на выбор определенной специальности, тех, кому я доверяю. Значит, у меня сегодня пациентка спросила, а ваша мама, вы кому бы посоветовали? Я ей сказала, мою маму оперировал тот доктор, который работает вместе со мной. Поэтому, если вы хотите... Он может... специалист по сетчатке. Да, он именно специалист по сетчатке. Вы можете позвонить в офис и сказать, что вам нужен доктор по сетчатке. Вам сделают с ним appointment. Ага, спасибо. А можно адрес или телефон повторить? Телефон я повторяю. 718-645-645-2201. 645-2201. Да. Спасибо за звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к доктору. У меня тоже проблема с сетчаткой и катаракта. Можно ли удалять катаракту при сетчатке? При проблеме с сетчаткой? Дело в том, что, опять же, это такой вопрос очень специфический. Если небольшие проблемы с сетчаткой, то это не является противопоказанием к удалению катаракты. Но это должен вам доктор по сетчатке, у которого вы наблюдаетесь, если вы хотите сделать операцию катаракты, вы должны с ним посоветоваться. Если доктор вам разрешит, значит, нет проблем. То есть все зависит от степени проблемы с сетчаткой? Да, да. Большое спасибо. Окей, спасибо. Спасибо и вам за звонок. Пожалуйста, вам слово. Будьте добры, скажите, если доктор сделал операцию, он должен следить за этим больным, продолжать его как бы наблюдать, или больной должен сам все время... ходить и спрашивать, и консультировать. Ну, понимаете, это такой вопрос, очень, скорее, вопрос этики. Я могу отвечать за себя. Если я кого-то оперирую, и мои пациенты, которых я оперировала, знают это и могут это подтвердить, я с ними вожусь как с собственными детьми до тех пор, пока все не стабилизируется. Потому что операция на глаукому состоит из двух частей. Сама операция и послеоперационный период. Это обеих этих частей, зависит исход процесса. Понимаете? Да, я считаю, что хирург, который оперировал, должен наблюдать своего пациента однозначно. Спасибо. Хотите, чтобы вас наблюдали? Телефон 718-645-2201. Вообще, конечно, когда доктор-офтальмолог, то есть он как раз смотрит, правильно? Дело в том, что, Миша, я не хочу, как говорится, я знаю такие прецеденты, когда действительно оперирует один доктор, а после операционном периоде смотрят другие доктора. Угу. Есть такое, к сожалению. Я это не поддерживаю. То есть именно поэтому, к сожалению? Да. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Только хорошо, что вы меня взяли. У меня маленький вопрос. Достаточно давно, уже 2 года тому назад, мне 66 лет, у меня слезится один глаз, один. И причем так, и ни ветра нет, и холода нет, он все равно как-то. И это беспокоит меня. Я хотела вас спросить, что бы это могло быть и что мне делать? Ну, если слезится только один глаз, часто это бывает вследствие закупорки слезного протока. Надо посмотреть, попробовать промыть, если не поможет, есть операции, есть шунтирование этого протока. Это надо посмотреть. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день. Меня часто мучает бессонница, и я читаю по ночам много, естественно, лежа в постели. Я хотела бы знать, насколько это не вредно, это не вредно, можно. От этого вы свои глаза не портите, нет, не волнуйтесь. Спасибо большое. Нет, за что. Ну, хорошо. А тогда такой общий вопрос. Кстати, вот портите свои глаза чтением лежа там и так далее. Это все что-то было из нашего детства. Я почувствовал. А еще было, значит, с какой стороны падает свет. Это правильно. Свет или... Дело в том, что когда свет правый... Теория такая, что когда свет падает с левой стороны, значит, он ничем не загораживается, и
скажем, тетрадка, она освещается лучше. Это правда, но от того, что в это темноте... Это для тех, кто правша. Просто... Да, правильно, правильно, совершенно верно. А для тех, кто левша, то наоборот. Но это просто удобство, и то, что человек, чем темнее, чем больше человек должен напрягать глаза, перенапрягаться и уставать. Ира, еще два общих вопроса. Первое. Если человек, скажем, вот... Я читал статистику, не буду приводить ее в примеры, читал статистику, сколько разные, там, скажем, народности, национальности или, скажем, люди, живущие в разных территориях, проводят времени у компьютера или, скажем, компьютера отбросим, пока у телевизора. Вот. Влияет ли телевизор на глаза, на зрение? Ну вот последние исследования, которые были сделаны здесь, в этой стране, говорят, что нет. Что никак не влияет? Никак не влияет. А компьютер? То же самое. Тоже никак не влияет. Да, детям не рассказывайте. Ну хорошо, спасибо за честный ответ. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу с доктором-офтальмологом Ириной Панковой. Ирина возглавляет институт глаукомы в Нью-Йорке, но в этом центре работают специалисты, которые занимаются не только глаукомой, они также занимаются еще и сетчаткой, а также там работает сейчас оптометрист, по-моему, который может подобрать очки. В общем, это большой, красивый центр самого последнего слова. Техники. И если у вас нет своего врача, которому вы доверяете, вы можете выбрать того врача, которому доверяю я. Вот такой я лихой круг закрутил, да? Можете выбрать того врача, которому доверяю я. Доктор Ирина Панкова. Адрес в интернете www.nyglaucoma.com. Еще раз телефон 718-645-2201. Среди порядочных врачей всегда бытует хорошее отношение к second opinion, то есть к второму мнению. И в том числе доктор Панкова тоже рекомендует вам обратиться за вторым мнением, прежде чем принимать какие-то ключевые решения, вот, связанные с операциями, с хрусталиками и прочими делами. Вот так. Ну, это вступление. У нас есть еще буквально 4 минутки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к доктору. Скажите, при появлении красных молний, что это значит? Это значит, что вам пора быстро идти к врачу, чтобы вас посмотрели. Спасибо. Это в одной из передач у нас было, по-моему, связано с сетчаткой, правильно? Это может быть связано с сетчаткой, может быть, ничего страшного, но это симптом волнующий, поэтому надо, чтобы вас посмотрели. Волнующий симптом, я запомню эту формулировку. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Если я не ошибаюсь, хрусталик держится в глазу на таких, ну, грубо говоря, веревочках, на растяжечках. Так, окей. Так, вот, скажите, пожалуйста, если удаляют старый хрусталик и заменяют его новым, на чем же держится новый хрусталик? Как вы его закрепляете? На тех же самых веревочках. Дело в том, что техника удаления мутного хрусталика заключается в следующем. Хрусталик подвешен в капсуле, и эти веревочки прикрепляются к капсуле. И старый хрусталик вынимается из этой капсулы, и искусственный хрусталик в эту капсулу вставляется, поэтому веревочки остаются нетронутыми. Это все понятно. А капсула выходит абсолютно прозрачная, да? Да. Спасибо. Иногда эта капсула после уже операции сделанной мутнеет, и тогда ее лазером просто рассекают прямо в офисе, чтобы улучшить зрение. Да. Спасибо, спасибо. Еще вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Алло, здравствуйте. Это у меня вопрос к доктору. Я была на приеме у американского доктора. Он сказал, что у меня сетчатка очень тонкая, и я не должна часто моргать. А что будет, какие последствия будут, если я буду часто моргать? Он не сказал. Он я с вами по-русски говорил или по-английски? По-английски. Да. Значит, вот опять же мы затрагиваем тему «американский доктор». Мы здесь все доктора американские. У нас все здесь, у всех американские лицензии на практику. И многие из нас еще и заканчивали здесь американскую медицинскую школу, плюс российскую медицинскую школу. Так вот, чтобы у вас не возникало таких вот казусных вопросов, потому что вы наверняка вашего доктора поняли неправильно. И сетчатка находится внутри глаза, и процесс моргания никаким образом с сетчаткой не связан. Если у вас тонкая роговица, то, что, может быть, вам доктор сказал, это тоже не зависит от того, как часто вы моргаете. Поэтому мне не совсем понятно, о чем вы говорите, и вы, наверное, не совсем правильно поняли того доктора, к которому вы ходили. Вот насчет американский, не американский, мы все американские, просто мы еще и умеем говорить по-русски. Bilingual, то, что называется. Да. Вот так. Да. А некоторые даже, некогда три языка. Да. Здравствуйте, вам слово. Алло, здравствуйте. Доктор, у меня вот какой вопрос. У меня удалили катаракты. Я хочу узнать, вот как, я своему врачу не задавал, но вам
как-то вот приходится сейчас задать этот вопрос. Имеет ли значение качество хрусталика? Это первый вопрос. И второе. Если удалили свой хрусталик и поставили искусственный, могу ли я обойтись без очков? Я поняла ваш вопрос. Дело в том, что мы эту тему как-то уже в предыдущих передачах затрагивали. Нету плохого качества хрусталиков. Плохое качество FDA просто-напросто не пропустит и не разрешит докторам пользоваться плохого качества хрусталиками. Просто есть хрусталики, которые имеют разные назначения. Есть обыкновенные хрусталики, которые, то есть, имеют одну силу преломления света. А есть хрусталики, которые имеют несколько преломляющих меридианов, или как сказать... участков. Это должен выбирать пациент сам, и это решение должно приниматься в разговоре с доктором перед операцией. Вот. За те хрусталики, которые имеют несколько зон преломления, обычно требуется доплачивать, потому что они не покрываются медикейтом, медикером. Вот. Но опять же, нужен вам этот хрусталик или нет, зависит от того, сколько вам лет, какой род деятельности, какой деятельностью вы занимаетесь. Понимаете, потому что, скажем, если человеку под 90 за 90, то ему обыкновенный хрусталик вполне достаточно с одной преломляющей силой. Когда человек более молодой, более активный, несколько преломляющих осей более полезно, потому что тогда человек может обойтись без очков. Спасибо. Дорогие друзья, очень хорошо, что мы не на все вопросы сегодня смогли ответить. Нам просто не хватило времени, хотя на линии... Пишите, пожалуйста, нам на веб-сайте, да. Тогда я буду с них начинать. Итак, еще раз напомню, в эфире была доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Ирина возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института 445 Кингс Хайвей, телефон 718-645-2201. Адрес в интернете www.nyglaucoma.com. Спасибо, доктор, рад был вас видеть. Жду вас всегда в эфире. Спасибо. Пока.